Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Марии Великодны. И сегодня я хочу вас поздравить с большим праздником – Благовещение. Здравствуйте, дорогие друзья! Я получила очередной заказ готовить и оформить фотостудию к Пасхе. И первое, что я сделала, это я поехала в Фикс Прайс. И вот хочу показать, что я купила, а потом вы увидите, как это будет выглядеть, когда вот уже оформить. Купила очень таких веселых утят. Видите? Ну, еще купила вот очень хорошие такие упаковки для декорации, которые пригодятся. Это вот там из фетра и курочка с петушком, и цветочки, и яички, и вот такие вот растения. Это лианы. Купила вот вербу. Она мне тоже вот понадобится. Купила клейки, ленты очень красивые. Вот для чего я использовала вербу. Значит, часть из упаковочек, которые там были, яички я приклеила сюда, а вербочку вот так вот устроила в этот веночек. Этот веночек у меня будет вот на такой рамочке подвешиваться. И, в общем, это будет вот, я уберу это, такая композиция весенняя. Итак, вот на картонке мы нарисовали яичко, и сейчас мы его должны вырезать. Мы вырезали яйцо из картонки. И теперь мы должны вырезать такое же яичко вот из бумаги. Для этого нам потребуется карандаш. Лучше я беру вот по этой картиночке, которая накладывает то же самое яичко. Итак, мы вырезали вот из желтой бумаги и наклеили уже. Дальше мы будем делать рисунки. Вот как здесь у нас будут, как раз из того, что мы купили в магазине Fix Price. Вот цветочки, вот уточки здесь, курочки. И вот лента, про которую мы говорили. Ну вот на данный мы будем наносить ленты. Значит, мы выберем ленточку, которую мы хотим нанести. Ну, предположим, вот такую вот ленточку.
используем клей ПВА, который... Ну вот у нас получилось такое яичко. Сейчас еще сюда цветочек мы посадим. И, в общем-то, будем сделать. Итак, я с той стороны картоночки приклеила лейкопластырем и на всякий случай зафиксировала клеем таким пистолетом палочки, потому что нам нужны палочки. И дальше я приклеила вот такую же желтую вырезанную, вот как здесь. И у нас в результате получилось, мы вставили в горшочек, вот горшочек, наполненный, там внутри пенопласт, чтобы удерживал. И вот мы вставили его, наше полностью яичко сделанное, вставили в горшочек, чтобы удержался.